Александр Юзов не местный, в Курск приехал на время по работе. Так вышло, что дорога к ней пролегает через улицу Рыжковская. Вот и добирается через ямы, с трудом и страхом повредить автомобиль. Проехал по данному участку дороги и очень удивился, потому что до этого очень хорошая дорога, а съезд на данный участок дороги очень просто невозможен. Дорога данная вообще очень в плачевном состоянии, потому что едешь со скоростью, я не знаю, там 3 км в час и боишься зацепить там бампер, днище, чтобы вообще колесо, чтобы не отвалилось. Медленно и аккуратно этот участок проезжают и местные. Ямы, которые в непогоду становятся лужами, многие стараются объезжать. Дорога в очень плохом состоянии. Проехать вообще невозможно. Надо его быстро чинить. Сейчас вы тут катаетесь? Сейчас на вызовы здесь ездите? Да, 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 постоянно. Матюком или... Можно поприличнее, если... Очень отвратительно. По улице Рыжковская часто проезжают большегрузы, а это дополнительное испытание для дорожного полотна. В городской администрации отметили, магистраль отремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Работы запланированы на 2022 год. В 2021 подрядная организация, которая содержит Сеймский округ, будет произведен ямочный ремонт для обеспечения проезда по данной автомобильной дороге. Стоимость на 2021 год составит Рыжковская более 25 миллионов рублей. Местные жители ждать больше не могут. По данным пресс-службы Ленинского районного суда, курянка подала иск. По ее мнению, состояние дороги не соответствует ГОСТу. Судебное заседание назначено на 1 декабря. Мария Колосова, Алексей Еременко. События дня.